Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео опять хочу с вами поделиться хорошим советом, потому что действительно магазин Фикс Прайс иногда удивляет и находишь там интересные вещи. И я хочу вам показать такую вещь, которая пригодится многим женщинам, даже и мужчинам. В Фикс Прайсе продаются вот такие вот носочки. Носочки для пяточек. Очень универсальная, интересная вещь. Она работает как восстановление кожи на пяточках. Смотрите. Такие пяточки, на них гелевая основа. Кстати, вот эта гелевая основа обладает как бы вот таким уникальным свойством увлажнять пяточку. То есть, если у вас грубые пятки, особенно вот сейчас зимой, очень часто пяточки сухие становятся. И вот такой способ очень удобный улучшить состояние пяточек. Но помимо того, что можно такие вот в Фикс Прайсе купить интересные носочки, я расскажу, как использовать их с пользой. Можно использовать, нанеся вот такую салициловую мазь на гелевую основу, или же наносим на саму пяточку салициловую мазь. Салициловая мазь способствует уменьшению шелушения пяток, трещинки заживляет, плюс отлично смягчает кожу. Это самое лучшее средство, которым можно смягчить пяточки. И после этого одеваем носочки и оставляем на полчаса. Если вы каждый день будете такие процедуры делать, вы не заметите, как ваши пяточки станут снова свежими, мягкими и без трещин. Но советую еще приобрести вот такой вот очень хороший крем, который продается в аптеках Фельдшер. Первая помощь, салициловый бальзам для ног. Сюда входит мочевина. Очень хорошее средство, я много лет им пользуюсь, мне очень помогает справляться вот с проблемами на пятках. Кстати, у меня вот проблем с трещинами вообще нет на пятках, но бывают такие моменты, когда кожа начинает шелушиться и сохнуть, особенно в зимний период. Вот этот крем мне очень помогает. Я его наношу на чистые вымытые пяточки, он очень хорошо, во-первых, отшелушивает, успокаивает раздражение на пятках, заживляет ранки. Противогрибковые свойства у него. В него также входит салициловая мазь. Еще плюс мочевина, которая размягчает кожу пяточек. И вот такой крем также можно после нанесения на пятки одеть вот эти вот замечательные носочки. И у вас крем начнет действовать намного эффективнее. И именно пользу принесет больше, так как все-таки во время процесса пяточка будет закрыта вот такой гелевой основой. Во-первых, это очень удобно. Если вы одеваете обычные носочки, то все равно они покрываются и становятся влажными от крема. А здесь она сохраняется внутри и хорошее идет действие. Очень удобно. Я вот такие носочки себе приобрела в Фикс Прайсе. И вам советую также приобрести. Такие замечательные носочки стоят всего 99 рублей. Я думаю, что это совершенно недорого для использования спа-процедур для пяточек. Единственный момент тут нужно учесть. Даже на обратной стороне указано не использовать людям, страдающим диабетом. Также не использовать на раздраженной или поврежденной коже. Но я думаю, это не специфично, так как если, допустим, серьезные трещинки, ничего страшного в этом не будет. Так как сам материал является хлопок. Сюда входит небольшое количество спандекса. И, соответственно, гель, синтетический каучук. Ну, это вот эта вот основа, которая вот здесь вот на поверхности находится. Единственное, что, видимо, скорее всего, из-за вот этого синтетического каучука, возможно, какое-то раздражение. Но я вам еще раз говорю, используйте крем или салициловую мазь, и она прекрасно будет, тем более, ограничивать любые реакции от геля, потому что все-таки здесь в составе еще и вазелин находится. Вот таким хотела поделиться с вами способом спа-процедур домашних условиях и приобретения хороших товаров из Фикс Прайс. Всем, кому понравился мой совет, поставьте пальчик вверх, буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока!